Республиканская газета «Казах Адебиеты» отмечает свое 90-летие. С 1934 года в ней печатались произведения известных поэтов и писателей казахской интеллигенции, в том числе Сакена Сейфуллина и Мухтара Ауэзова. Отмечу, ее первым редактором был Габит Мусрепов. Творческий коллектив от имени главы государства поздравила министр культуры и информации Аида Балаева. Она наградила сотрудников нагрудным знаком «Ахпарат саласының үздігі», почетной грамотой и благодарственными письмами. А ветеранам журналистики вручили медали «Еңбек ардагері». Авторы в своих материалах поднимают актуальные проблемы литературы, тем самым вносят весомый вклад в их решение. Каждую неделю читаем с интересом. Уверена, что содержательные статьи и интересные интервью продолжат радовать читателей, и издание отметит еще не один юбилей.